По свидетельствам многочисленных очевидцев, накопленным за последние 15 лет, лучи НЛО обладают силой, способной передвигать с места на место различные предметы, влиять на бытовую технику, выбивать из земли частицы грунта и даже похищать людей. Инопланетный похититель. В 1978 году, неподалеку от Дейтон-Бич, полуостров Флорида, США, 60-летний Фрэнк Маккорни ловил рыбу с небольшой моторной лодки. Вечерело, Фрэнк уже собирался сматывать удочки, когда увидел в темнеющем небе серебристый шар, размер которого едва ли превышал диск Луны. Во все стороны от шара симметрично расходились 8 световых лучей. Фрэнк в изумлении разглядывал загадочное явление, когда вдруг понял, что лучи осторожно шарят по водной поверхности, словно пытаясь нащупать что-то. Шар медленно двигался в сторону рыболова. Тот направил моторку к берегу, но оглянувшись, увидел, что странный объект неподвижно завис над водой, а вот его лучи, собравшись в пучок, устремились в погоню за лодкой. В следующую секунду Маккорни накрыло световым колпаком. Казалось, вокруг мужчины возникли непрозрачные золотистые стены. Вода за бортом забурлила, и через мгновение Фрэнк понял, что вместе с лодкой поднимается над волнами, а потом неведомая сила повлекла его прямо к освещенному люку, образовавшемуся в центре шара. Гигантский шар интересовался рыбой. Когда расстояние между ним и шаром составляло уже около 5 метров, Фрэнк в ужасе схватил со дна лодки что-то, первое попавшееся под руку, запустил светящийся проем в шаре и сразу же понял, что его поступательное движение по направлению к НЛО прекратилось. Ободренный, мужчина принялся хватать все, что ему удавалось нащупать на дне суденышка, и забрасывать в пасть воздушному монстру. Через несколько секунд шар бесшумно втянул в себя световой пучок. В наступившей кромешной темноте Фрэнк почувствовал, что падает вместе с лодкой, и в следующее мгновение потерял сознание от сильного удара о водную поверхность. Придя в себя и оглядевшись, мистер Маккорни обнаружил, что лишился всего своего улова. Судя по всему, не помня себя от страха и отчаяния, он начал кидать в загадочного противника рыбешками, лежавшими в лодке. Потом, размышляя над случившимся, Фрэнк Маккорни решил, что обитателям серебристого шара, если таковые в нем имелись, было безразлично, какую форму земной жизни взять на борт. По его мнению, ему удалось откупиться рыбешками. Однако некоторые уфологи, которым он поведал о случившемся, предположили, что НЛО своими лучами-щупальцами целенаправленно искал именно морских обитателей. Возможно, человека пытались похитить по ошибке, приняв его за гигантскую рыбу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.